прохождение Minecraft Story Mode, прохождение игр Lego, прохождение GTA San Andreas и также много различных топов ты сможешь найти на канале Game for You. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, прохождение нашей крутой карты о футуристическом паркуре, потому что мы будем продолжать проходить эту карту вместе с нашим джетпаком, который висит у нас за спиной. В предыдущей части серии, которая вышла вчера, мы прошли 3 уровня, да, ребята, и в этой части мы будем проходить еще 3 уровня, для того, чтобы уже наконец-то допройти эту карту и просто-напросто забыть о ней, потому что она немного сложная, да, но все же, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что мне нужно знать, хотите ли вы продолжение вообще любых других карт, хотите ли вы продолжение прохождения карт, дайте, ребята, мне знать, поставив свой лайк, потому что, ребята, это не так-то и сложно, одну секунду потратить, чтобы поставить лайк, но это действительно ускорит выход новой серии, именно ты сможешь решить, когда выйдет новая серия. Набираем 1500 лайков, сразу же выходит новое видео с прохождением карты, без модов или многое чего другое. Также, ребята, подписываемся на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков, я рад приветствовать каждого, поэтому не ленитесь, лайк, подписка, и я действительно буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. О, ну что, ребята, 4-й уровень начинается. Сейчас, мне кажется, опять пуканта будет бомбить нереально, как, потому что чем дальше, тем сложнее это все. Поэтому, ребята, мы будем стараться проходить дальше. 4-й уровень начался. И у нас запас топлива на... Опять на среднячке, да? Опять на сред... Ой, ой, чуть не перепрыгнул. А я, в принципе, все нормально прыгаю, да? А, ну, нормально, то нормально, но я сюда допрыгну, да? Да, замечательно. Сейчас сюда. Главное не умереть от этих красненьких блоков глины, потому что они, если честно, меня очень сильно бесят. Они нас уже столько раз убивали, что это можно сойти с ума. Я туда допрыгну. Ну, так, более-менее я туда допрыгнул, не на максимум, но хотя бы. Ладно, вторая попыточка. Допрыгнул, замечательно. Так, а сейчас я чуть не упал, потому что я случайно открыл инвентарь. Но все же, ребята, мы добрались до сохранялочки. Нужно тут попрыгивать, потому что она иногда залагивает. А это не очень круто, когда она залагивает. Поэтому нужно там хотя бы немного попрыгать для того, чтобы она... А, ну, в принципе, нормально так заработала. А мне нужно было... Наверное, с самого низа вот туда прыгать. Ну, ладно, сейчас попробуем. Опа, замечательно. Вот так. Ух, а тут уже начинается паркур на лестнице. На лестнице. Это самый конченый паркур, я его никогда не мог пройти. И он меня, если честно, очень бесит. Его очень сложно проходить. Но... Я хотел сказать, мне сейчас повезло, я его прошел с первого раза и... Сейчас мы каркать не будем, поэтому лучше просто, да, просто попрыгаем как можно внимательнее. Вообще будем просто-напросто сосредотачиваться на вот этом. Я надеюсь, то, что я смогу туда допрыгнуть, потому что топливо... Ой, да, смог. Топлива у меня вообще уже нету. Я надеюсь, то, что я туда смогу допрыгнуть, да? Shift! Да, смог. Замечательно, сохранялочка. Сохранимся. Это твой корабль, чувак. Здрасте. Я не знаю, кто это. Может, создатель карты, а может, фиг его знает кто. Так, ща. Ну, не очень так удачно я прыгнул. Я хотел как можно меньше использовать. Я забыл, что красные блоки убивают. Твою мать. Во, замечательно. Сейчас я вообще мало топлива использовал. Ах ты ж паскудина, я... Потихонечку, не падаем, потому что Эдисон уже начинает беситься. А беситься это нехорошо. Ой, замечательно. Фу, чуть не упал. О, замечательно, а в принципе... Тут мы уже можем использовать топливо, потому что мы уже тут можем восстановить себе его. А! Это что, конец уровня уже? Нифига себе, какой-то коротенький уровень был. Но я не скажу, то, что он прям сильно сложный был, но это означает то, что 4 уровня мы уже прошли. И сейчас, ребята, у нас 5-й на подходе. Ну что, начинаем, посмотрим. Охренеть.
Посмотрим, что этот уровень нам принесет, потому что это 5-й уровень, и у нас запас топлива на минимуме. Это очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Но все же мы сюда допрыгнули. Сейчас сюда. Нужно экономить. Нужно экономить, ребята. Вот так. И круто, мы сюда уже добрались. Сейчас нам туда нужно. Как вам сказать? Нужно-то было. Но все же давайте бу-бум. И сразу же... Да, мы тут появились. Да твою... Почему-то иногда он так высоко взлетает. Ага, нам сразу туда нужно было, наверное. А хоть я сюда и так допрыгнул. Сейчас... Так, замечательно. Пропаркурил. Ага, круто. И сейчас... И тут мне нужно было топливо. Офигеть про... Да. Пока. Угу. Да как мне там сохранить топливо? Сколько раз мне нужно... Мне там топливо нужно. Я не могу туда бежать без топлива, потому что я там вряд ли смогу допрыгнуть. Давайте еще раз попробуем. Вот тут. Ах ты, зараза! Тут... Когда мне нужно нажать Space, он не нажимается. Сейчас, когда мне нужно было нажать один раз, он нажался, мать его, два раза. Аномалия? Нет, не знаю нафиг. Не знаю нафиг. Потусторонние силы, которые выкобыливаются нафиг. Выкобыливаются. Иди сюда, паскудина. Иди сюда. Во! Ага, круто. И сейчас... Ага. Чуть-чуть не стал. Чуть не встал. Твою нафиг кобылятину за ногу. Ага. Ну, если тогда чуть не встал, то сейчас 100% встанет. Да, допрыгнули. Ну, я в смысле то, что на блок, да, только не красный глины, а сейчас наконец-то уже зеленый, да. То есть мы добрались до чекпоинта. Ах ты ж нахрен, ух ты жопа, ах ты ж лилипут, ты конченый, иди сюда. Сейчас я надеюсь, что я смогу сюда допрыгнуть, сейчас спокойненько, без нервов я смогу сюда допрыгнуть. Конечно же сюда, что тут даже говорить, сюда вообще без вопросов, сюда даже без рассуждений, сюда вообще без базара. Сейчас нам... Бум! А мне там нужно было экономить или нет? Я надеюсь, то, что нет, потому что если да, то ну как-то не очень бы хотелось туда возвращаться. Опа! 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 Замечательно! Опа! Опа! И сейчас нам заши, мать его, бис! Ага. Да ты заливаешь вообще. Ах! Ух ты ж. А, слушайте. Ну, может я, конечно, умру, а может и нет. А может и да, может и нет. Это зависит не. Хотя, все-таки умру. Пока. Пока. Как мне нахрен туда допрыгнуть? Вот так, учитесь. Я сам не знаю как. Да. Это просто нереально. В Майнкрафте ты не можешь летать и облетать блоки. Ты можешь прыгать только через них. Поэтому, раз они так сделали, значит, нам нужно через них прыгать. Тут ничего сложного нету, просто немного сообразить. Ну как вы хотите? Это же вам не нафиг кэс. Или что там, чтобы можно было банни-хопить, или как оно там называется, я уже не помню. И вот так облетать блоки. В новой кэске вроде так нельзя, но в старой можно было. Я в старую кэску играл, когда мне было лет 7-8. Поэтому я уже толком не помню. Но сейчас... Сейчас нам 100% сюда попрыгаем тут нафиг 35 раз, чтобы сохраниться. И сейчас нам... нам точно туда нужно было? Ну, если мы сюда прыгнули, то нам, наверное, наверх нужно, да?
А наверх вряд ли я туда смогу залететь. А нет, мы сверх... Нет, откуда мы пришли нахрен? И куда нам сейчас нужно? Если мы тут, где у нас верх? Точнее, ну тут у нас может уже конец, что ли? Как вы думаете? А если мы опять в лаву прыгнем? Да, нам как-то туда нужно забраться. А если еще раз? Ну, как вам сказать? Нет, тут лава уже намного быстрее тебя убивает. А если она быстрее убивает, как мне туда забраться? Если мы отсюда прыгнули сюда, тут мы сохранились, тут мы забрали топливо. Там мы уже везде были, мы отсюда сюда дошли. Как мне туда забраться, а? Мне кажется, что это... Это не очень так реально, как? Как? Оно тут нас очень быстро убивает, как мне туда забраться? Они что, на приколе? Вот тут у нас конец, да? Вот тут мы можем отсюда уже сбежать с этого уровня, можно и так сказать. Топлива у нас не хватает, чтобы отсюда долететь до сюда. Если, конечно... Если, конечно, прям сильно постараться, только я не представляю, почему у меня один раз нормально прыгает, а другой раз нет. А сейчас не долетело, хоть я одинаково нажал, хоть я одинаково использовал топливо. А сейчас долетело. Вот нужно как-то выучить, когда оно работает, когда оно прыгает на максимум, а когда оно не прыгает на максимум. Вот вы видели то, что один раз у меня высоко очень прыгнуло, а второй раз вообще еле долетело. Так, это поломано. Find 4, ага, найди 4 рычага, чтобы починить. А что починить? Вот. Рычаг был сразу за нами. Офигеть. Найти 4 рычага, чтобы починить. То есть, вот тут у нас конец. То есть, чтобы туда добраться, нам нужно найти 4 рычага, чтобы починить вот эту фигню и чтобы пройти уровень. То есть, как я понял, тут нам даже уже не нужен джетпак. Потому что вы видите то, что джетпак у нас сейчас отключен. Если джетпак у нас отключен, то куда мне нафиг тут нужно? Ну тут мы сохранились, да? Все, тут у нас есть сохранялочка. Круто. Я очень сильно этому рад. Тут у нас где-то... Тут у нас ничего нету. И тут у нас ничего нету. А там у нас, может, что-то и будет. Вот... Там. Ага, я так и понял, да. Охренеть. У меня... Склалось такое впечатление, то, что тут рычага никакого нету. Мне кажется, он будет и тут, и вот там. То есть, это такая, знаете, полянка, где нету никакого рычага. Давайте вот тут сохранимся. Я не знаю, зачем они это, заразы, сделали, но это не очень круто. Опа, допрыгнули. Опа, допрыгнули. Какой-то паркур из полублоков, потому что вы видите то, что снизу полублок, потом еще один блок, а потом еще один полублок. Это опять чья-то башка, но рычага именно вот тут я не вижу. Значит, нам, наверное, нужно прыгать дальше. Один рычаг мы уже активировали, и они, в принципе, его очень умно поставили. Он прямо находился за нами. Ну, в принципе, это, знаете... Многие бы просто, наверное, не догадались, то, что там может быть рычаг, потому что он сразу был за нами. И кто бы мог подумать, то, что разработчики поставили рычаг не где-то в конце карты, да, а именно за нашей спиной. И это, если честно, даже очень умно. Но будем надеяться, то, что они не перемудрят, да, они не перемудрят и не поставят рычаг еще где-то дальше. А куда мне сейчас? Я вряд ли тут смогу допрыгнуть. А нет, смог, нифига себе. Нифига себе, я уже... Да, я уже могу траекторию просчитывать. Да, охренеть, только мне нужно прекращать вот это каркать про то, что я сейчас это смогу сделать, потому что как только я это говорю, я всегда начинаю падать. Да, начинаю падать и начинаю умирать. Если я сейчас сюда не допрыгну... Нет, сейчас я допрыгну, сейчас. Спасибо, Спейс, ты очень крутой. Зараза. Да ты чё... Фуражки на контора, да дайте мне уже допрыгнуть туда, чтобы пройти эту карту. Мне еще 2 рычага осталось. А, ну что вы выкобыливаетесь? Ну куда мне сейчас нужно? Мне 100% нужно только сюда, а? Ладно, давайте не будем тоже выкобыливаться. Будем по одному блоку прыгать. Да. Тут 100% можно допрыгнуть. Как-то у меня...
Хрен там можно допрыгнуть, а? Ёшкин кот, ну фиг ты туда допрыгнешь вообще в любом раскладе. А, еще одна попыточка. А сейчас допрыгнул. Мать ее, женщина, ну почему один раз ты работаешь, другой раз ты не работаешь? А, мне это очень интересно. О, хоть тут и наверху полублок, который состоит из камня, то мы тут катаемся почему-то как на льду. Я не знаю почему. И что это за баг, я чуть не упал нафиг. О, еще один рычаг. И по идее вот тут где-то на вот этом большом дереве должен быть еще один рычаг. Если я, конечно, не ошибаюсь. Потому что, в принципе, больше вариантов тут нету. Мы были и вот на этом острове Ада, можно и так сказать, Незера. И там рычага... Мать твою, не было. Это был просто-напросто пустой остров, где ничего не было. В принципе, такая небольшая обманочка. И последний остров, это у нас вот этот остров джунглей. Вот так. Еще раз попробуем. Вот так. Я надеюсь, что сейчас я смогу допрыгнуть. Вот. Сейчас тоже. Хоть тут и прыжок, в принципе, очень большой. Опа. 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 Ребята, если я сейчас не умру... Нет, пожалуйста, не нужно. Я не хотел это сказать, не нужно умирать. Опа. Замечательно. Фух. Если бы сейчас еще не умереть на вот этих красных блок. Ай-ай-ай-ай-ай. Все. Вот, сейчас я прыгнул. И сейчас я прыгнул. И сейчас я прыгну, наконец-то. Ну что, у нас последний рычаг должен быть там наверху 100%, потому что тут его нету, значит он должен быть там. И сейчас мы по таким ступенечкам, забаламученным, закрученным, да, вот, крутые ступенечки нафиг, я не знаю, что за кривожопы их создавал. Он не мог тут еще один блок поставить, да? Зачем было создавать карту с джетпаком, если в последнем уровне у нас джетпака вообще нету? То есть мы его носим в руке, но он, по идее просто-напросто нам даже не нужен. Да ты чё нахрен? Ну чё ты? Кто там забыл нафиг один блок поставить? А кто тут Я допрыгнул и упал. Как я упал, если я нажал shift, а? Очередная попыточка. Вот, сейчас допрыгнул. Офигеть. Офигеть. Сейчас... Идите, пожалуйста. Я сказал, хотел подумать, пожалуйста, не упади и упал. А, заразёныш. А, меня это дерево уже так, мать твою, надоело, то, что я готов его нафиг срубить. Прям... Нанять нафиг лесорубов и срубить к чертовой матери это дерево. Ребят, извинитесь, я не хочу ругаться и я не ругаюсь, но наконец-то мы нашли последний рычаг. Иди в жопу, это джунглевское дерево. И дайте нам сейчас вернуться на... Зад. Так, замечательно. Замечательно. Ну что, ребята, почти мы путь уже весь прошли. Сейчас посмотрим, куда нам нужно дальше. Ага. Ну что, вот я и добрался до нашего домика, наконец-то. И как видите, сейчас у нас тут уже появилась кнопочка. Я надеюсь, что с помощью этой кнопочки, да, мы все-таки смогли сюда долететь. Здрасте, стеклянные, я не знаю, что такое, палочки, да? Да, офигенное дерево, тут полно алмазов, тут... Золото, а листва вообще из изумруда, да, ребята? Нажимаем, и все. У нас даже, нам даже дали ачивку, реальный джетпак чувак. Замечательно. И что нам написало в чат? В первую очередь то, что уровень выполнен, потом спасибо за то, что ты прошел мою карту, и ему, то есть создателю этой карты, понадобилось 5 дней тяжелой работы для того, чтобы создать вот эту карту. И, вот, честно, 5 дней для того, чтобы создать вот эту карту с джетпаками, охренеть, если честно, вот реальный респект, ребят, потому что... Он даже в чат нам написал то, что он надеется, то, что нам это понравилось. Мне тоже
очень хочется надеяться, то, что вам понравилось прохождение вот этой карты. Ребята, если вы хотите больше карт, не только паркур, вообще зомби-апокалипсиса, других карт, без модов, да вообще, впрочем, любого видео, вы знаете, что делать. Если вы поставите лайки, если мы наберем 1500 лайков на вот этой серии, я сразу же выпускаю новое видео. Но, ребята, на этом не останавливаемся, потому что чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия, тем больше новых серий выйдет, и что самое главное, тем длиннее будут видео. Я надеюсь, то, что вам это тоже очень сильно нравится. Секунда, ребята, не так-то это сложно, чтобы поставить лайки, также подписаться на мой канал, потому что, как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг, и именно ты можешь стать моим другом, если ты еще не подписан, и подпишешься, тем самым вступишь в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я действительно буду очень сильно этому рад. Заговорился, но все же сейчас мы уже действительно будем на этом заканчивать вот эту серию. Встретимся в следующем видео. Респект тем, кто досмотрел это видео до конца, не перематывал и просто досмотрел до конца, потому что не каждый человек это делает. Многие просто или выключают, или перематывают, а кто полностью посмотрел и досмотрел, большое вам спасибо. Ребята, я еще раз скажу всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Угу, да.